В Люберцах продолжают озеленять дворы и скверы. Клумбы округа украшают несколько десятков сортов цветов. Сквер около памятника истребителю МиГ-29 на третьем почтовом, который установили 3,5 года назад, высаживают кохию, пеларгонию и колиус. Эти цветы здесь сажают по просьбе жителей. В озеленении зоны отдыха принял участие и глава округа. Вместе с флористами и сотрудниками управления благоустройства Владимир Ружицкий посадил бегонию. На смену тюльпанам у нас пришли более 20 видов цветов. В поселениях уже у нас высажено более 68 тысяч. Цветочные клумбы оформят по 47 адресам. Всего в округе высадят около 200 тысяч цветов.